мои кости! Они абсолютно сломаны! Я против, бесц... Мудро. Так, жетоны у меня. Лечусь с Леандросом в приюте воина. Можно отдохнуть? У меня уже и правда ноги сводят. Смотри, вот боец, чья храбрость почти не уступает нам. Вот проклятые жетоны. Никаких больше игр, никаких испытаний. Я пришла за Минотавром! Конечно же, Мистия, давно пора. Но сперва... Не хочешь ли ты купить эти великолепные жетоны на память? Срок действия предложения... О, боги! Это отличный подарок. Ни одной драхмой больше. Ну, разве ты не захочешь взять что-то на память о предварительных испытаниях? Я... Прости. И теперь тебе осталось лишь сразиться с самим Минотавром. Готовы встретить свою смерть? Судя по предварительным испытаниям, да. Да, готова. Ну вот, славно. Я рад, что вы сразитесь с Минотавром. Ты найдешь чудовище в пещере храбрых на плато Дикти. Еще два воина прошли предварительное испытание. Можешь поговорить с ними. Они пойдут с тобой, когда будешь готова, ну знаешь, умереть. Ты проделал такой путь. Идем с нами. Нет. Я никак не могу пропустить свой урок лепки. Так что... А вы, должно быть, воины. Смотри, брат! Последний участник нашего отряда для охоты на Минотавра! Когда чудовище узрит нашу мощь, оно замычит от страха. Минотавры ведь мычат? Если никто не возражает, я нанесу роковой удар. Ну, или просто скажем, что нанес. Готов согласиться, но сыграл ключевую роль в убийстве Минотавра, отвлекая его на себя. Смертельный удар нанесет тот,
кто проявит мастерство и отвагу в бою. Значит, я буду носить его потроха, как ожерелье. Все закончится хорошо. Ну, ты готова ехать? Убьем Минотавра. Леандрос говорит, что он живет в пещере храбрых на плато Дикти. Да начнется Минотурнир! Минотавр ест людей и обитает совсем рядом с жителями Пепы. Почему он не сожрал их всех? Может, его не устраивает. Попос, давай! Певка, родина героев. И здесь должно быть живет жуткое чудовище. Все в огне. Ведь не разорвал на части Минотавр. Трупы сюда принесли? Я Минотавр. Что? Брось все ценное и беги! Смертная! Оставь деньги, и я отпущу тебя! Иначе тебя ждет смерть от копыт! Му-му! Страшно! Малака! Буду резать вас, пока не объясните мне, что происходит! Довольно! Пощади, пощади! Сказал. Да ну его. Здравствуй.
Хватит крови. Убери свои рога подальше и расскажи мне, что происходит. И можешь снять маску. Леандрос? Я говорил, что здесь все не то, чем кажется. С радостью возмещу любые убытки, Прошу, они похитили мою дочь. Люди в масках держат Амару где-то в